Новая эра энергетики. Будущее водородных технологий обсуждали на научной конференции в Москве. Говорили о реальных перспективах отрасли, а также о высоком уровне подготовки кадров. Показали и отечественные разработки. Тему продолжит Екатерина Гоголева. Под капотом у этого электромобиля гибридная установка на водородных топливных элементах. Энергоемкость в 3 раза выше, чем у литий-ионных аккумуляторов. Второй факт – это быстрая зарядка, потому что, конечно же, баллон с водородом легко заправить. Ну, это 3-5 минут. А если мы говорим про электромобили, то есть колесную технику, то зарядка электромобиля занимает, ну, в среднем 2 часа. Специалисты Центра водородных технологий АФК-система работают над созданием российских топливных элементов. Прототипы энергоустановок показали на выставке в рамках конференции, посвященной перспективам развития водородной энергетики в России. Будут созданы устройства, которые дадут возможность компьютерам, ноутбукам работать не несколько часов, как сейчас, несколько десятков часов, а несколько дней и даже недель. Поговорить о новой эре в энергетике собрались ведущие ученые, представители инновационного бизнеса и студенты, представившие свои идеи в рамках школы конкурса научных проектов в области водородных технологий. Молодому поколению особое внимание. АФК-система сама открывает магистратуру в разных вузах по этому направлению. Вот сейчас у нас была действительно вечерняя школа МВТУ имени Баумана по водородной технологии, в результате которых мы набрали студентов к себе в магистратуру. Мы начали также работать с университетом Дубна. Следующий, кстати, шаг у нас Мордовский государственный университет. А тем, кто зачислен в целевую магистратуру МГТУ имени Баумана уже в этом году, студенческие билеты вручили прямо на конференции. Екатерина Гоголева, Сергей Долгих, ТВ-центр.